что вот контракты, которые заключены с уже в 2014 году, они все подразумевают сбор стекла. И обоснование сбора стеклотары в тендерной документации было приведено обоснование, что стекло является таким моноотходом, легко отделяется, имеет устойчивую цену на рынке и вообще легко реализовать его сбор. Однако в настоящее время существует очень большая проблема со сбытом стекла. Можно в дальнейшем, в будущем пригласить заготовителя тары стекольной для того, чтобы он экспертно уже по этой теме рассказал. Но суть в том, что на данный момент все заготовительные предприятия стоят затарены. Это касается и Московской области, и центрального региона. И не знают, куда сбывать свой стеклобой на данный момент, потому что предприятий по переработке стекла очень мало. Стекольные заводы сейчас находятся в тяжелой ситуации и могут принимать стекловой за бесплатно. То есть в будущем, получается, если будут выполняться требования данного контракта, мы получим еще больше объем заготовленного стекла, который непонятно куда сбывать. Соответственно, на наш взгляд, нужно каким-то образом стимулировать, поддерживать создание новых предприятий по переработке стекла.